первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина вместе с одинцовскими депутатами от «Единой России» проинспектировала завершение строительства Центра диспансеризации здоровья Подмосковью, который возвели на территории Одинцовской областной больницы на улице маршала Бирюзова. Его строительство велось в рамках национального проекта здравоохранения и региональной программы «Модернизация первичного звена». Инспекция прошла в рамках реализации проекта «Здоровое будущее» и отработки наказов народной программы партии. На сегодняшний день идет поставка мебели, медицинского оборудования и его наладка. Общая площадь одноэтажного здания составляет 623 квадратных метра. Центр рассчитан на 60 посещений в смену.